Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В связи с переходом проекта на 14 этап развития, Skyway Capital запускает новую акцию. Международная компания SAI Global провела аудит производства Skyway. На белорусской радиостанции «Легенды FM» выйдут два подкаста при поддержке ЗАО «Струнные технологии». На производство Skyway доставили станок канадской фирмы Beer. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 5 декабря проект Skyway успешно завершил 13-й этап развития и перешел на предпоследний 14-й этап. Чтобы вы могли получить больше долей, несмотря на снижение дисконта, мы расширяем акцию плюс 10% долей после регистрации. Теперь получить плюс 10% долей ко всем инвестиционным предложениям может каждый. Для этого пригласите друга с помощью реферальной ссылки, и после его верификации вы получите бонус плюс 10% долей ко всем инвестиционным предложениям в течение 7 дней. Акция продлится до 30 декабря. Подробные условия акции читайте на сайте Skyway Capital. В конце ноября производство Skyway посетили представители международной компании по сертификации SAI Global. Специалисты проверили работу систем экологического менеджмента и обеспечения безопасности труда. В ходе проверки эксперты осмотрели производственные цеха, испытательный центр «Экотехнопарк» и другие подразделения ЗАО «Струнные технологии». Аудитор отметил слаженную работу команды Skyway, внимание руководства к безопасности труда и высокий уровень производственной культуры. Проверка показала, что обе системы менеджмента соответствуют международным стандартам. Специалисты Skyway подготовили два подкаста для белорусской радиостанции «Легенды FM». Передачи получили название «Транспортная эволюция» и «Теория струн». В первом шоу ведущие расскажут об интересных фактах из истории транспорта. Во втором слушатели узнают о струнных инструментах и людях, которые играли на них. В декабре представители Skyway выступят в прямом эфире радиостанции, чтобы рассказать о главных достижениях проекта и переходе на 14-й этап развития. На производство Skyway доставили обрабатывающий центр канадской фирмы Beaver. Новый станок способен работать с деревом любых пород, стеклом и пластиком. Высокая жесткость и прочность обрабатывающего центра Beaver позволят создавать изделия высокой сложности. Сейчас сотрудники производства Skyway завершают установку станка и проходят обучение по работе с новым оборудованием. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.